Пожар в коттедже, где проживали три семьи, разгорелся около 6 часов утра, когда люди уже начинали просыпаться. Благодаря этому обстоятельству, убеждены жители дома, они не пострадали. Первый запах дыма почувствовала соседка, проживавшая через стенку под одной крышей с пострадавшей квартиры. Пожилая женщина и подняла тревогу. Я сплю здесь, слышу стук такой, вот кто-то упал что-то откуда-то или что-то такое. И проснулась, вонища дымом. Туалет как открыла, оттуда прямо клубы дыма, да. Ой, боже мой, я выскочила вот сюда вот на чушке, вот сюда вот выскочила, а там дым. И вот эта вся улица, вон туда как будто с мусорки когда жгут, вонище невозможное. Соседка стала будить соседей, уже они позвонили на пульт 101. Пожарные к месту происшествия приехали через считанные минуты. На тушение огня у них ушло около часа. В квартире, где разгорелся пожар, проживала пожилая женщина, которая в результате происшествия погибла. Сообщение о пожаре на дежурный пульт поступило утром 28 апреля в 6 часов 6 минут. По словам вызывающих, в квартире номер 3 по улице Мариса Тореза, 18, в поселке Тупланской экспедиции произошел пожар. На тушение огня выехали 4 пожарные машины и 21 человек личного состава. В 6 часов 40 минут огонь был локализован, а в 7 часов 11 минут полностью потушен. В ходе пожара погибла хозяйка квартиры 1940 года рождения. Как рассказали соседи, женщина долгие годы проживала одна. В начале этого месяца ее поразил инсульт, и она была прикована к постели. Временами ее проведывали разные люди, но в момент пожара рядом никого не оказалось. И женщину какую-то наняли с иглоукалывания лечить вроде ей. Находилась она все время дома, выходить не выходила. А ей можно было бы и выйти, если бы у нее там вот нагорожено, что там у нее все загорожено, все с тряпками завешено. Она, наверное, или задохнулась, упала там. Сейчас по факту пожара ведется следствие. По одной из версий, огонь мог вспыхнуть в результате короткого замыкания. Как рассказали соседи, у женщины каждую ночь горел свет. Проводка в доме была старой, возможно, это и стало причиной пожара. Данияр Худайбергенов, Бахтияр Ташпулатов, Бауыржан Жусупов и Дильшот Адашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».